теплая и солнечная погода весной – самое время выходить в поля. Аграрии Ульяновской области всю зиму готовили технику, закупали минеральные удобрения, семена и ГСМ. Фермер Олег Дементьев из Кузоватовского района вместе с помощниками заканчивает подкормку озимых. Главный помощник – аммиачная селитра. Без этого удобрения снижается урожайность, селитра повышает иммунитет растений. На поле работают у нас два тумана, разбрасывают удобрения. Норма около 190 килограмм. То есть быстро закрываем посевную площадь. Это около 1300 гектар. В планах за 3 дня закрыть. 177 наземных агрегатов проводят подкормку в хозяйствах области. На площадях предприятия «Агроинвест Плюс», что в Корсунском районе, трудится более 30 тракторов и 15 КАМАЗов. Возят удобрения и готовятся к основному севу. В гости к аграриям заехал глава региона Алексей Русских, который обсудил готовность к предстоящему сезону. Как вы оцениваете всходы? Удовлетворительно. Ну, я вижу, что не отлично, но удовлетворительно. Да, сухая осень. Было отставание в развитии с осени, но сейчас вот подкормим и наверстаем. В прошлом году было хуже. В хозяйстве уже приступили к севу раннего ячменя. К основной работе приступят через пару дней. Заготовлены семена пшеницы и подсолнечника. В этом году в севооборот ведут новые для предприятия культуры – сою и горох. В этом году мы продолжим работу, начатую ранее. Доведем нашу площадь обрабатываемой земли до 29 тысяч гектар, 1500 гектар в плане ввести залежных земель. Поэтому в этом плане планируем не сидеть сложа руки. В этом году площадь посевной увеличится на 15 тысяч гектаров и составит более 1 миллиона гектаров. Акцент на зерновых и зернобобовых культурах. Темпы проведения работ немного ниже, чем в прошлом году. Но, как признаются в Министерстве агропромышленного комплекса, опасений не вызывает. В текущем году обильное выпадение осадков в виде снега было у нас. По сравнению с прошлым годом у нас идет отставание. Но работы текущего года, они соответствуют средним многолетним значениям из-за того, что в прошлом году весна у нас была ранняя. Поэтому, в принципе, нет таких задержек в работах. Напомним, в прошлом году урожай зерна в регионе составил 1 миллион 834 тысячи тонн. Таким образом, регион вошел в пятерку лидеров ПФО по урожайности зерновых. В этом году планку снижать не планируют. Анна Тищенко, Управда ТВ.